Расскажите пару слов про Светлану. Я с ней, к сожалению, лично не знаком. Странная. Женщина раскрепощенная. Ну, она такая сексуальная. На молодушку похожа. Такая просто звезда. Ну и немножко экстремальная. Блондинка, шикарная женщина. О, мне кажется, очень красивая и экстравагантная. Но она... О, у нее шикарная... О, шикарная. Да, я согласился бы работать, если бы она мне действительно показала свои ноги. О. Светлана любит путешествовать. Сейчас мы узнаем, чем же она занимается на отдыхе на самом деле. Разговаривает со змеями. Занимается с крокодилами. Сует руки и... Занимается с крокодилами. Отдыхает, глазеет на нудиста. Не туда свои руки сует. Развлекает народ. Прыгает с парашютом. Работает танцем. Как может. Танцует. Эротично, красиво. Сексуально. Вот. За деньги. Ну, зарабатывает деньги. А ты что? Ответил, как Михайлова. Укращает тигров. Дрессирует, очевидно. Сует руки и... Очень сильно дрессирует. Да? Где моя плеть? Раздевается нагишом, зараза, и купается еще. Лежит, загорает, писькой своей светит. Светлана очень любит помогать своим друзьям. Сейчас мы узнаем, что она для них делает. Пока ничего. Она открывает мое утро. Просто находится рядом. Прическу. Да, она меня делает красивой. Освежает дыхание, чистит зубы, делает мою улыбку очаровательной. Готовит вкусную еду. Обычно меня там моет моя машина. Все делает. Пюре делает. Мозги может промыть иногда даже. Зуба ковыряется. О, бабки мне приносят. Пачками. Моет машину мне. А, возбуждает мужчину, который со мной рядом. Украшает мое тело. А теперь узнаем у гостей, что они здесь делают. Неплохо. Вопрос неплохой. Жрать хочу. Я здесь отдыхаю. Отрываюсь по полной. Я здесь общаюсь с индейцами. По своему собственному желанию. После гулянки очнулась. Я потихоньку просыпаюсь. Смотрю иллюминатор. Может, пойду домой, может, на работу. А я ужасаюсь, что я тут делаю. Здесь брачная ночь с мужем. Где моя плеть? Да? Да. Да, да. Да, да. Да. Нажрался, сам не помню, что делаю. Ну, я думаю, что это можно представить как кошмар какой-то. Я бы не мог там оказаться. Лежу. Я просыпаюсь где? В ресторане. Что я здесь делаю? Лежу. Я не знаю, что я здесь делаю. Что бы вы подарили Светлане? Машинку. Букет ромашек. Кучу шаров. Ну, чтобы она радовалась, запомнила этот подарок на всю жизнь. Себя. Я подарила бы себя. Наверное, хорошую сказку. Я бы подарила немножко мозгов. Марадонну. Ну или себя. Я думаю, что или велосипед, или ролики. Пора учиться кататься. Конфетти, хлопушки, игрушки и всякие сладкие побрякушки. А я думаю, что, ну, я даже не знаю, я как-то затруднюсь, ну, чтобы это подарить. Желаю ей почаще приезжать в Россию. Желаю оптимизма, оптимизма и долгих лет жизни. Ой, побольше позитива. Новых творческих порывов. Побольше рекордов, золотых медалей. Пинок под зад. Маленькое хорошенькое чучело. Ну, чтобы сисюндры были побольше, ну и всегда хорошело. Желаю поскорее вырасти и набраться опыта. Да у нее и так все есть, зачем мне еще что-то желать?